Легко ли создавать лучшие компьютеры для гейминга и творчества? HyperPC делает это уже 10 лет. За это время мы собрали более 25 тысяч машин премиум-класса, в каждом из которых весь наш опыт и часть нас самих. Мы делаем прорывы и ставим рекорды. Мы экспериментируем. Мы стали первыми там, где никто не верил в саму возможность стать первыми. Что же делает нас такими? Мы строго следуем правилу использовать только самые передовые технологии и стремление к максимальной производительности. Если что-то новое появляется в мире, оно появляется в HyperPC. В этом нам помогают наши партнеры, среди которых NVIDIA, Intel и Microsoft, с которыми мы создали множество совместных проектов. Если вы захотите, мы сделаем персонализацию любой сложности, кастомное водяное охлаждение любой конфигурации и разгон. А вы сможете подобрать все это по своему вкусу в удобном конфигураторе на сайте. Мы будем всегда оказывать поддержку. Круглосуточно, 7 дней в неделю. К вам всегда готов выехать наш мастер, если что-то случится. Мы проведем модернизацию с зачетом старых комплектующих или вовсе обменяем ваш компьютер на наш новый. Мы собираем наши компьютеры руками лучших мастеров с огромным опытом в тысячи завершенных проектов. Мы тестируем и настраиваем все на высшем уровне, упаковываем в стильный ящик, доставляем и подключаем в максимально сжатые сроки. А если вы захотите посмотреть на нас изнутри, мы всегда рады вам в нашем просторном магазине в Москве, где вам всегда помогут подобрать компьютер и аксессуары, либо протестировать перед покупкой компьютеры, имеющиеся у нас в наличии. Мы обеспечиваем десятки киберспортивных турниров по всей стране, среди которых крупнейший в России турнир «Эпицентр», поддерживаемый нами в течение 4 лет. За нами следит более 1,5 миллионов людей в социальных сетях, активно вовлекаясь в жизнь и деятельность компании. Более 30 топовых блогеров уже являются клиентами HyperPC и довольны своим выбором. Наши компьютеры совершенны, как снаружи, так и внутри. Хотите вывести впечатление от компьютера на новый уровень? Тогда переходите на HyperPC.